Так, Алексей, ну что? Я понимаю, на крыше сможем как проводить ремонтную работу проводить. Но СУ-104 показывает, что по факту у него получается запрет не нашло скрытие крыши, металла нету, последний объекты, подпечки. Как? Секундочку, если мы должны прийти как главный, сейчас с вами одни. Да. Я сейчас был на. Я же сказал, я испытатель, я на Заречном был, на втором, на шестом я тоже проезжаю. Мы должны совместно доложить, потом приедем и доложим. Хорошо? Я хочу увидеться с вами. Алексей, значит, как мы говорили, я вчера с Беловодом разговаривал вечером. Мы с ним вечером обменивались мнениями, поэтому его подъезд, мои впечатления. Подготовьте справку. Вы сегодня увидели, мне сегодня половина первого, три письма пришло. В 22-м году. Значит, можете взять и читать, там ни одного лицеприятного слова нету. Мой адрес, в адрес Мажарова, в адрес Бугровой. Ни одного лицеприятного слова нет. Значит, ну, мне, конечно, не очень приятно все это воспринимать, хотя я уже не молодой человек, воспринимаю все нормально, но, тем не менее, я понимаю боль людей, которые вот, находятся в той ситуации. И, безусловно, еще раз повторю, мне не безразлично, что обо мне пишут. Вот, тем более незаслуженно. Поэтому Алексею сегодня такая задача поставлена. Мы сейчас соберем, подготовим всю информацию, что происходит сегодня на домах. Я с Беловодом сегодня проговорю. Если у нас вы не выработаете никаких каких-то кардинальных шагов, тогда я буду встречаться снова с Пестовым. И Пестову буду докладывать, что те вопросы, которые мы с ним проговаривали, сейчас извините. Поэтому я, как бы, мы посмотрим, что вы выработаете действия все вместе. Значит, Алексей мне доложит всю ситуацию. Тогда мы примем решение, будем мы выходить от Пестова или не будем. Или мы ограничимся с вами общением, с Беловодом мы пообщаемся. То есть, если мы на своем уровне какие-то действия примем, мы видим динамику, тогда мы, как бы, притормозимся. Если мы поймем, что динамики не будет, тогда, ну, давайте какие-то меры принимать. Потому что, еще раз повторюсь, мне выслушивать вот эту фигню не очень хочется. Ну, Патрик, да. Я, кроме этого дома, сейчас посмотрел динамику, я два раза бываю в неделю. Я считаю, что динамика на улице Испытателей, на Спортивной, ну и на Комсомольской есть. И она именно компанией СУ-104 сделана. Ну, и я с управляющей, не, я и с управляющей компанией, да, с Андреем. Да, да. Мы проходим вместе с ним, я же прохожу вместе с управляющей компанией. И там, где его есть замечания, чтобы на данном этапе мы потом не... Мы вдвоем, он ничего не подписывает, говорит, ты не подписывай, только я буду записывать, что ты говоришь, какие замечания. Я их спокойно записываю, и мы стараемся, ну, их устраняем. Мы пока не устраняем. Да. Поэтому, кроме вот этого дома, сегодня я получил информацию, специально сюда приехал. Мы сейчас, ну, посмотрим. Вы дайте всем почитать. Да, конечно. Да, я хочу, да, потому что я... Потому что там по Ирине Михайловне, по нему, ну, особенно по мне, да, там проехано... Наш общий друг проехал. Ну, я думаю, бульдозер это сейчас проехал. 104 дизайн. Вот. Поэтому, Алексей, поднимайтесь. Хорошо. Все, и мне тогда информацию полную. Хорошо. Сюда. Договорились? Да. Давайте. Спасибо. А вот. Есть еще какой-нибудь на связке? Все, закрыли. Письмоза и дыры жителя. Просто-напросто. Вот если есть. Убрать листы, там дырки находятся. Нет, это не в этом месте. И в том то же самое, тоже. И протека. Это там протекло, да? Да, везде. Тут протечка вокруг, во всех всем. Это Гринвиль сделал. Это дело, говоришь. Там, они вскрыли, они вскрыли с той стороны. Они... Сушники. Сушники, вот теперь, сушники взяли, был... чтобы вы знали все проблемы, да, на, ну, себя. Не, ну сушники тут сами виноваты, они согласны. Они вскрыли остальную площадь, металл, увезли, он с той стороны дома. И пошел первый же дождь, и теперь из-за их вины пролили окончательно другие. Также технадзору хотел показать вот такую вещь. Да? Что у нас, господин, забыла фамилию, извините. Вот это не ходовые мостки по системе отопления. Mm-hmm. То есть, когда мы начнем давать отопление, вот на 99% у меня здесь будет проблема именно с тем, что начнет заливать отопление. Потому что народ бегает, прыгает здесь и... Вот он все записывает сейчас. Сейчас все зафиксирует. Сейчас приедет проверка. Как видите, тут даже вон дырки везде.
То есть, как объяснял Гринвич, почему столько вскрыли? Много стропильной системы. Ну, мы видим, вот на балке поменены. Вот они, две балки поменены. И вон на балке поменены. Все, вот это все старое. Пожалуйста, почему так долго? А вот у нас, наверное, укрепление стропильных балок. Нужно будет это зафиксировать. Сейчас он заснул. Ну, это они так считают. Вот здесь вот смотри, вот не должно быть до пола вот это. Нет, до пола нет. И вот опять с одним шагом об решетку, здесь с другим. Вот у зайца делали две конторы. Сейчас они начнут говорить про то, что здесь они положат вот такой толстенный металл, и все больше работает. Вот эти не обработаны. Вот оно новое положено, не обработано. Про эту верхнюю, вот она розовая, а вот и нет. Наверное, через раз я смотрю, какой-то был у них розовый. Вот они, чуть-чуть, она покрыта. Это раз. Мало того, что вот опять-таки технадзоры сейчас. В документе числится не просто противогрибковая обработка, которая стоит копейки, а огнебио, которая стоит, извините, тысячи. Но документ ФКР нам не дает. В итоге я надеюсь на то, что у меня по Чкаловке прошли везде огнебиозащиты, и пожарники меня не надрючат. Извините, надрючат. Ну, сейчас посмотрим, что там у них в бочке стоит. Если соответствует, конечно, внутреннему содержанию, этикетка. Это было раньше, и в принципе в сметах, когда мы составляли, демонтаж этого было указано. Вот у меня бы хотелось обратить внимание, да? Вот у нас делают две компании, сразу видно две руки. Вопрос технадзору. В смете стоит огнебиозащита. Мы понимаем, что эта расценка намного дороже, чем просто противогрибковая. Почему ФКР не дает документы о том, что проведена огнебиозащита? Я могу на это ответить, потому что данная компания нет лицензии МЧС. Тогда зачем мы включаем эти виды расценки? То есть завтра приходит пожарка, я попыталась им показать эту смету, они сказали, ребята, извините, дайте документ. Что все правильно. Поэтому зачем мы удорожаем настолько смету? И вот здесь, говорю, делала у нас одна организация, шаг один. Вот это делает у нас Гринвич. Вот с таким шагом. Вот простая 25-ка доска. Сейчас мы начнем про толщину металла говорить. Нет, они вообще не металл привезут сейчас в понедельник. Без вопросов. Но мы на шаг обрешутки 20. Если жалуются постоянно, металл сказать, сейчас дождь пойдет. Опять-таки, даже вот здесь, наверное, так называемый у нас... Нет, сразу предписание. А сейчас сделаем... Укрепление, да? Ну, оно фактически висит в воздухе. Нет, не в воздухе, она давит, по всей видимости, на кровлю. То есть, вернее, на перекрытие. Без вопросов. Да. Ну, вот это вот, ну, как-то ой, как хотя бы сделать. Расчистили бы. Все. Ну да, здесь, мы с тобой, особенно вот здесь. Вот там поглубже, подрядчик в 11 сюда, я за, ну, где-то по 12, я буду вот. Завтра в понедельник? Извиняюсь, в понедельник. Я говорю, что удивительно. Сухая, хорошая погода. Ребята, работаем. Это говорит опять о том, что у нас ограниченное количество людей. Мы или их туда, или мы их сюда пихаем. Сейчас еще на Заречный тупик пройдем, я там покажу безобразие. Я только на вот пройду. Алексей Николаевич, вот. Я закроюсь.